Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик на очередного героя 12.12. Прокачал я у себя на основе уже всю судьбу. Напишите в комментах, кого вы хотите увидеть с новой локацией. Минотавра я вам уже показывал. Минотавр просто офигенный получился. Бафы ему, в принципе, уже и не нужны. Фрэнки, череп. Черепа тоже надо будет тестануть. Но у него там прибавочка идет еще крит. Но сегодня мы будем тестировать Бугимена. Вот такой вот у нас Бугимен. У меня стоит 12.12. Он прокачан с Бастионом. Есть и с порочным пактом. Порочный пакт мы поставим. Сейчас сделаем ему восьмерочку. Поставим рунами. Сделаем максималочку по урону. В снаряге он у меня с доспехом стоит, то есть не стоит, плюс 25 урона победный, раскаленный доспех стоит для жизни, чтобы выживал, плюс уклонение, то есть он более такой пвпшный вариант, плюс на нем встроенная жива, это в принципе неплохой вариант. Так, сойдем сюда в энциклопедию, сейчас посмотрим, какое у нас изменение по сравнению с десяткой. На десятке 1200%, 5 героев, получаем урон 50%, и также имеет иммунитет к страху и оглушению, и получает не больше 5000 отраженного урона за удар, то есть атлант его не убьет. Вот такой вот вариант. 11 уже плюс 50%, плюс 5 понижений, и больше ничего не меняется, и тут уже 60%, по сути, как каменка. И еще плюс 50 урона. То есть, в принципе, ничего такого особенного нет. Но я вам уже показывал, герой реально очень много дамага наносит. Так, давайте мы поставим сюда еще ангела. Вот так вот и поехали. Тестим в рейдах. Плюс встроенная жива. Этого, в принципе, хватает. Так, сейчас стрелок у нас будет энергию забирать, все. Посмотрите, как там доспех сносит. Вот он ударил, ожил, не успел. То есть, как видите, его разбирают очень легко. Но он реально полезен на древнем в некоторых локациях. По сути, тот же самый Анубис. Единственное, конечно, тут минус, он бьет юнитов. То есть он не только героев бьет, а еще и юнитов. Здание он не рушит своим скиллом. Так. Тут же самый, по-моему, да. Ладно. Сложно будет в рейде протестить, потому что у всех стрелки стоят. Райки. Так, вот, отлично. Поехали. Сейчас посмотрим. Ну, как видите, он наземный, рушит забор полным ходом. Вот юнитов бьет. Сейчас пойдем в экспедицию. Так, смотрим на урон с руки. Ну, пока он вроде как держится, конечно, тут ворожай и ара не прокачанные, блокируется, не может использовать свое умение. Но за счет уклонения, вот все, Фрея включили, и Фрея его слила. То есть такая вот каша. Поехали на экспедицию. Тут будет более интересно его посмотреть. Он находится в критовой фракции. Такс. Сделаю вам музычку, а то что-то музычка тихо. Так, что у нас тут? Вроде ничего такого, сейчас посмотрим, что он тут будет выдавать интересного. Самое главное, что он автопрокер, его можно вот так вот. Не знаю, ну тут слабенькие пока противники, сейчас мы быстренько. Пойдем дальше.
Вот видите, вроде и быстрый набор, но стрелок успевает все-таки убрать энергию. Не дадут ему зарядиться толком. Ну вот, ваншотит. Это можно еще плюс 25% урона сделать, либо грубую поставить, как вариант. Но мне такая сборка больше нравится, то что он еще чуть-чуть более лучше стоит против Фреи. Ушатали. Но у него есть все равно ушатали. То есть... Если брать так, один на один его будут выносить. Если брать как на заднюю линию где-то в PvP локацию, в принципе, будет неплохо. То есть вот так вот. Здесь он по сути ничего не будет решать. Такс, поехали на подземке. По талантикам бастион, мне кажется, более такой универсальный. Можно порочный пакт, сейчас как бы проблемы, у донатов нету, что ставить рунами, либо талантом. Если брать, разбирать так, для бездона лучше все-таки бас ставить. Он будет более живучий, так как у него жизни тоже немало. Ну что он с руки у нас? Вот доспех 250. Вот так, 1 600 000. Ну, доспех неплохо сносит. Так, раз его уже убили. Ну, в принципе, он должен выстоять. Сейчас посмотрим. Ну-ну-ну-ну. Сейчас его, так как он наземный, видите, его тут на изи убивают. Ну, под разгоном, в принципе, будет где-то как Анубис. Ну, да, Анубиса в этом плане ему, конечно, далеко. Так, поехали на аренку. Можно было бы, конечно, ему водушку здесь поставить. Дениска. Попробуем пока так, пусть его зарядят. Ну, как видите, все просто налегке его слили. Ну, Афина там нормально, конечно, дамага дает. Сейчас попробуем этот же вариант. Только поставим воодушевление. Так, где-то у меня, по-моему, на тыковке. Отправим его по другой дорожке. В принципе, неплохо смотрится на дефе. Многие его ставят. Но, опять же, не всегда он спасает. Ну, хотя бы об Атланта не будет сливаться. Вот этом плюс. Так, поехали на арену. Вот так вот он дамажит. Видите, сейчас зарядился. Ну, практически их ушатал. Давайте сейчас попробуем. Вот такой вот вариант. Вдвоем. Там по башкам без вариантов. Просто без вариантов. То есть... Герой интересен, но, мне кажется, не настолько универсален, как хотелось бы. И 12-й скилл ему, по сути, ничего такого интересного, нового
не принес. Ну, вот видите, все равно их ушатали. Ну, так держится за счет ожива. Так, с этим мы разобрались, поехали. Давайте попробуем. Просто поставим ему еще ремочку и в PvP локации. Вместе в паре с кем-то этот герой будет интересен. Сам по себе это не Фрейя, там не Огнекрыл, то есть которые будут не тот же самый Анубис. Мне кажется, Анубис поинтереснее будет в этом плане. Поехали на забытую. Конечно, противники. Сейчас посмотрим. Ну, тут он будет, конечно, ваншотить первую эволюцию. Плюс еще доспех. Чем хорош он, к нему подбегают, он будет еще дополнительно наносить урон. Можно плюс 25, он будет еще и отражать, и урона будет больше, но жизни будет меньше. Так. Может, тут вторые эволюции нам попадутся. Ну, такое что-то. Что-то такое. Так, ну Анубиса он ушатал, а с Ронином, и Ронина ушатал, как видите, тоже попадает. Так, ладно, обновим. Может, тут повезет. Не, не повезет. Тут тоже все на один раз будут. То есть вот так вот вместе с кем-то, там, допустим, взять еще пару автопрокеров. Будет очень интересно посмотреть, так как у него и ожива есть. В принципе, и на атаке фортов вариантов очень много. Сегодня, кстати, атака фортов будет вечером, поэтому... И вечером, и в 3 по МСК мы будем тестить, думаю, на китайке. Так, поехали, стрелок. Вот тут без варианта, вот Фрейя, кстати, против. Ну, Фрейя была бы со второй эволюцией, думаю, она бы его ушатала. Такс. Понибарат. Или как там его? Да, Понибарат. Ну, тут шатает. Урона как бы хватает. Вопросов никаких нет. Если порочный пакт будет, конечно, будет помощней, но сливаться будет быстрее. Поэтому вас более такой универсальный, так как он еще и танк. Практически неплохой такой. Будет баст, качайте баст. Будет пакт, качайте пакт. Такс. С этим разобрались. Где вам его еще показать? Ну, в принципе, больше нигде его показывать. То есть на подземках, как вариант, там, где юнитов нету. На растах можно использовать в дефе. А так... Интересный герой, но... Но, очень много но. А вот, например, взять девочку якорь, тоже кайфовая, дамажит много, но тоже по урону, как видите, ее шатают. Ну, в принципе, сейчас всех Фрейя как шатала, так и шатает, поэтому какая бы у вас там ни была прокачка героя, это не особо его спасет против Фрейя. Вот.
В общем, вот так вот, никаких, по сути, там, мега изменений у этого героя нет. Да, герой интересный, герой хороший, но 12-й скилл ему ничего особенного не дал. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.